Всем привет! Мы сегодня будем проверять тетради со школы Басиков. Да, у меня сегодня был урок. Будем сейчас проверять. Будем сейчас проверять математику. Это тетрадка Рекса. А хотя, давайте для начала лучше отметим, кто у нас сегодня, как говорится, есть. Опа, на журнал не помещается, ладно. Сейчас быстренько. Ага. Значит, если у нас журнал не помещается, это мы отдвигаем. Это мы вот сюда ставим. А вот так уже помещается. Вот у нас математика. Я возьму ручку и буду отмечать, кто же есть у нас, кто у нас сегодня есть, а кого нету. Математика. Значит, Джесси у нас сегодня есть. Хорошо. Ставим точку. Бобика сегодня у нас... Бобика у нас сегодня нету. Ставлю Н-ку. Димошка есть. Жасминки у нас сегодня нету. Карасик есть. Пухля есть. И Рекс есть. Итак, хорошо. Журнал я пока не буду закрывать, потому что он нам скоро пригодится. Итак, хорошо. Первая тетрадь Рекса. Беру, конечно же, красную ручку. Вот. И начинаю проверять. Значит, 10 на 1. У него получилось 10. Это... Ой, правильно. 10 умножить на 0. Правильно. 10 на 2 – 20. Правильно. 10 на 3 – 30. Правильно. 10 на 4 – 40. Правильно. Теперь, ну, короче, везде тут на 10. И я просто буду говорить на 5. Правильно. На 6 – правильно. На 7 – 70. Правильно. На 8 – 80. Правильно. На 9 – 90. Правильно. Теперь 10 на 10 – 100, правильно, на 20, 200, правильно, на 30, 300, правильно, на 40, 400, правильно, на 50, 500, правильно, на 10, ой, на 60, просто тут... Это я ему задавала примеры. Я ничего не довела. Ну ладно, ничего страшного. 10 на 60 – 600. На 70 – 700. На 80 – 800. На 90 – 900. И на 100 – 1000. Правильно. У нас, да, 5-бальная система. Тут можно, значит, смело ставить 5 с плюсом. И свою роспись. Я поставлю. Ну, неудивительно. Это у нас Рекс отличник. У него всегда такие оценки. Тетрадь это Джессика. Так, 150 умножить на 6. Правильно. 3200 умножить на 3, 9600. Правильно. Значит, первое задание у нас правильно. И на что надо умножить 500, чтобы получилось 2000? Она написала, надо 2000 поделить на 500, это будет 4. И 500 поделить на 4 равно 200. Ой, 2000. Не, ну это задание правильное, но желательно, чтобы она, потому что она вдруг на калькуляторе посчитала,